Честно. Все, поехали. А веревку у меня под ногами же. Не-не-не, она сейчас натянется, не переживай. Иван, мы готовы, поехали. Блин, капец, как неудобно. Бежать будет, у меня все ноги связаны. Стою. Сейчас, не бежим. Я не буду. Хорошо. Только мне скажите, когда бежать, ладно? Хорошо, я скажу. Я буду все говорить. Без моей команды ничего не делаем. Ок. Стоим, 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 стоим. Побежали. Бежим, 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 бежим. Все, мы поехали. Круто! Вау! О, ветер потих, мы сейчас будем с тобой здорово. Она звуки записывает? Да. Черт! Да не, лучше всего на разорвать спектр, папа, народ. Я вообще не вижу, что я снимаю, не понимаю, что я снимаю. Блин, а мы точно не упадем? Нет, нет, все нормально. Достаточно, если хотите, можем съезжаться. Не, не хочу. К тому же, даже если мы немножко пониже опустимся, это все равно меня не спасет, если мы грузимся. Блин! А почему оно так? Все нормально. Что это? Все, мы дальше летим сами. Удобно сидеть? Да, да, да. Ой, головы, я извиняюсь. Очень круто. Снизу пробки, у нас хорошо. Ха-ха, там ремонт дороги что-то такое. Да. Круто. Не надо! Мама! Ладно, это круто! Офигеть!
потихонечку. Очень круто вообще. Да, я вам скажу, ну у нас хороший полет, долгий, у нас высота приличная была с вами. Ага. Мы еще... Окей, да, помню. Вы какие они там все маленькие. Да, коротышки. Ага. Вау! Ну как, Ань? Очень круто! Ну да, был хороший полет, мне очень понравилось. Все, спасибо. Меня же как раз цепить и отстой.